Всемирная организация здравоохранения накануне объявила чрезвычайную ситуацию. Апокалипсис! Апокалипсис! Меня зовут Виктор Лихачев. Я от компании-поставщика. Представляю новейший аппарат искусственной вентиляции легких. Всего случаи заражения подтверждены уже в 20 странах. Мам, кашель у тебя какой-то нехороший. Таблетки пьешь французские, которые я тебе привез? Не надо мне ничего этого импортного. И главная причина гибели больных – это дыхательная недостаточность. В зоне особого риска пожилые люди с ослабленным иммунитетом, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не хочу в какой палате, диабет. Извините. Что ты заладил? Карантин, карантин. Что такое карантин? Отсюда никто не выйдет, и сюда никто не войдет. Три шага назад. Ну заводи машину, сейчас прорваться будет. Давай, давай, просто сюда, быстрее, я договорился. Слышь, дай пройти. Коллеги, мы не знаем, как ведет себя этот вирус. Сейчас самое главное – это придумать, как помочь людям. Тут идет эпидемия. А вы эксперт? Увлекался биологией. Мы вымрем за 2 недели, доктор! Я не доктор! А навыки откуда? Работал хирургом когда-то. Позвони пошире. Твою мать, Вить, пожалуйста, мне нужна помощь! У меня нет лицензии, мы оба окажемся в тюрьме. Спасибо за принципиальность! Нам нужны лабораторные ПЦР-тесты. Вопрос на миллион, где их взять? Миш, помощь нужна. Не могу до твоей Маринки дозвониться. У нее же там лаборатория. Человек 150, сможешь протестировать? Ну давай что-то придумаем, конечно. Посвети. Смотрю, вы не только биологией занимались. Смешной замочек. Это, мама, замечательный Герман Львович. Он будет присматривать за тобой и создавать позитивный фон. У него тюремная татуировка. Все будет чики-пуки. Слушая наше дыхание, я слушаю. Стоять! Наше дыхание. Сумку на землю! Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Там вашей маме плохо стало. Заряд. Отошли. Разряд.